Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, ребятки. Сегодня у нас замечательная новость. Стоимость BlackRiver 6000S с защитой IP68 снижается до 8000 рублей. Недавно компания BlackRiver представила смартфон BV6000S, отличительной особенностью которого стали высокие показатели степени защиты. Прочный корпус новинки соответствует стандарту IP68, за счет чего смартфон надежно защищен от проникновения пыли, нечувствителен к ударам, а также способен держать длительное погружение в воду и справиться с нагрузками. Кроме того, смартфон оснастили 4,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1280 на 720 пикселей, четырехъядерным чипсетом MT6735A с тактовой частотой 1,3 ГГц и 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Все покупатели, оформившие заказ на BV6000S с 9 по 15 августа, получат скидку 30 баксов. Ссылочку я оставлю на него в описании. Так. В недавно опубликованном видеоролике разработчики тестируют модели BV6000 и BV6000S в популярном бенчмарке Antutu. В ходе тестирования модели набирают 42 и 32 тысячи баллов соответственно. При этом новая и более доступная версия BV6000S не сильно отстает от своего старшего брата. Технические характеристики BlackRiver BV6000S. 4,7-дюймовый дисплей с разрешением HD с закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 3, 4-ядерный процессор MediaTek MT6735A с актовой частотой 1 ГГц, аккумулятор емкостью 4500 мА, графический ускоритель Mali T720, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной, 8-мегапиксельная основная камера, 2-мегапиксельная широкоугольная фронтальная камера, 2 слота для сим-карт и поддержка 4G LTE. Вот такие вот дела у нас, ребятки. Так что спешите купить телефон со скидкой. Понравилось видео, жми лайк, подписывайся на канал. Пока!